Всем привет! С вами Californication. В нашей компании также опять Джонни. Сегодня мы продолжаем играть в Ghost Recon Breakpoint. Продолжать проходить миссии. Совместно вдвоем в кооперативе. Так. Мы остановились на Джейс Келл. Выполняли мы скилл в бегах. Теперь продолжаем. Враг моего врага. Жека, голосуй. Что, нас телепортнет, что ли, сейчас? Не знаю. Да нахера я вертутку с горы спускал, блин. Тренировка. Это огнетушитель еще по ебальцу схватил, блин. Так, это что такое, блин? Так. Он находится в северной части Инфинити, на востоке от горного леса. Инфинити. Инфинити, вижу, на востоке, да? Да. Находится в северной части Инфинити. На востоке от вороного леса. Воронов лес. Вот, Равенвуд. На востоке, это здесь. А, ну так вот он, головной офис фонда Скаса. Скейла, вернее. Угу. 2 километра. Ебать темно, блядь. Да, ты как всегда, блядь, невидимый, блядь. Партизан, блядь. А я тебя вижу. Так. Он тоже, может, тебя не видно, потому что ты снайпер, не? Может. Так, здесь... Короче, лодка, пойдем пешочком. Да, где... в тачке, я не знаю, где ты. Я за тобой. Ты здесь? Темно, нихуя не видно было. Ну тачку видишь? Тачку вижу. Садись. Вот. Все? Да, прям. Только уж не обессудьте. Темнота, ни хера не видать. Идем по приборам. Вообще точно. О, дорога, дорога. Че ты по дороге не едешь? Ну там же сейчас будут эти стоять блокпосты. Да я туда пролетай по фривею. Налево, налево сворачивай. Так спалили. Сбивай их на. Ой. Извините, пожалуйста. Йоу, направо. Простите. Короче, тормози, пойдем на. Да сейчас мы туда. Да все, приехали. Ух, я ебу водила. Ярит. Ну, целая. Там эти треугольнички, блядь, они что там? Галочки эти. Пацаны за нами бегут, что ли? Бля, что тут обыскать надо? Тут пока ничего не светится, да? Но мы еще не доехали. 20 метров. Ну, надо было ехать.
вон туда, за кран надо. За кран? Ну вот за это большое здание. Ага. Так тут большая база есть. Вертолет есть. Это видишь кого-нибудь, не? Да, вот. А, блядь, что длина. Короче, здесь вниз надо идти, помнишь? Допросить кого-то надо, да? Ну, по идее, да. Который восклицательными знаками светится. По идее, да. Но здесь, короче, вот я помню. Здесь надо вниз спускаться. Блядь, какой-то странный фонарь. Или наверх, наоборот, залезать. Снайпер вон там наверху ходит. Не-не, вот сюда вниз иди. Ты спалился? Нет. Найти вход в подземную лабораторию. Я уже здесь сижу. Группа меня кто-то палит. Кто? Дрон, что ли, какой? Снайпер тебя палил. Ты сейчас меня, бля, видишь, бля, я тебя вижу. Я тебя вижу, но без маячка. Так. Подожди, там ходят чуваки. Надо сейчас. У меня есть дрон поддержки. Давай. У тебя же камуфляж есть? Оптический. Давайте гранату закинем туда и все. Где? Да нет, это не по стелсу, это нихуя неправильно. Сюда прибегут, блядь, столько долбоебов. Ну, есть у меня, да, это. Теперь. Сейчас открываем. Все, пускай дрон. А что ты у меня выключил все почему-то? Он дрон его завалил, видишь? Блин, сука, патроны закончились, представляешь? Дрон хуярит его.
Так, там волки будут, смотри, аккуратней. Я подлекуюсь, погоди. Так, чё, мы куда дальше? На тебе патроны. Дрона поддержки возьми. У тебя камуфляж зарядился? Там сейчас волки. Ну, вроде бы да, но он просто не горит активным. Там сейчас волки будут. Так, а ты где вообще уже? Дальше пошел туда. Не стоит, да? Я их снял. Элитные бойцы, ебать. Зашел, блядь. Просто свала, блядь, расхуяли. Так, ну-ка, пацаны там. Это бахнуло что-то. Чуваки дверь пытались открыть. Ну, походу, ну, смотри, кипиш, кипиш, бегут. Как этот включается ночного видения, не помнишь? Нави. Скелл, надо уходить. Черт. Так, слушай. Мой позывной Номад. Наш отряд прислали выяснить, что творится на Ауро. Фокс сказал, тебе можно верить. Я в этом не уверен. Но те, кто охотится на тебя, хотят убить и меня. Так что мы можем помочь друг другу. Фокс заодно с Аяной Пури. Она же теперь директор. Работает на этих скотов. Нет. Он в пещере с Мэтсом Шульцем. В пещере? Ну там, там не так уж плохо. Я возьму твои вещи. Пойдем. Давай, надо уходить. Я виноват. Во всем. Но есть выход. Да. С помощью дронов. Операция «Цитадель». Сейчас «Цитадель» не дает нам уйти. Но она может освободить Ауро. Скажи мне, какое отношение к этому имеет Уокер? Он был наш военный советник. Он возглавил переворот. Ему нужны были только дроны. А я считал его другом. Да. Я тоже. У меня аж слеза навернулась. Пошел, пошел, пошел! Твою мать.
Уокер. Джосайя? Рад, что ты цел, Номад. Такая приятная встреча. Ты старался, чтобы ее не было. Пойми, Номад, тут ничего личного. У него есть важная цель. Достойная цель. Джосайя, не будь дураком, он же предатель. Но он революционер. И мы знаем, как сделать мир лучше. Ты убил моих ребят. Убил Уивера. Мы стали воинами, какими должны были стать. Твои хозяева, они ни во что не верят. Ты можешь присоединиться к нам. Отдай нам Джейса. И все. Ты выдашь меня им? Нет. Старина Номад. Все те же принципы. Пуля непробиваемая. Да черта с два. Надо выбираться. Через шахту. Там же ядовитые газы. Мы умрем. Здесь мы точно умрем. Я веду так, этого. Надо его. Я веду его. Только смотри, чтобы его не кончили. Но если ты ему в бошку не выстрелишь. Все, он не будет высовываться передо мной. Ну, опять лезет вперед баски, блин. Вот вертолет прямо здесь стоит. Ты его посадил? Ну, сейчас сядет. Сел? Да. Палят нас. Все! Не успели. Бессмыслица какая-то. Я знаю Джосайя, он хороший парень. Они бы меня убили. Да может и стоило, а? Что? Слушай, они... Они захватили остров. Украли мою компанию. Я не при делах. Да? Тогда зачем ты потопил корабль? Остров, блядь. Просто... Чего, остров, что ли? Они хотели вывести дроны. Эти дроны, может, самое страшное оружие со времен Аполлибонга. Но мне пришлось. Я должен был помешать. Кто-нибудь пострадал? Мне сказали, есть погибшие. Мне жаль. Меня вынудили. Пару недель назад они провели полевые испытания в Южной Азии. По ошибке убили безоружных гражданских. Я хотел все свернуть. Я в микро тебя слышу. Я понял, что их не остановить. Бедный. Мне ничего другого не оставалось. Я знаю, что способны твои дроны. Несколько поселенцев и сотрудников Скелтек хотели уплыть на лодке. Нет. Что? И телек, что ж? Что произошло? Да. Бойня, вот что. Хорошо, хоть Фокс с дочкой спаслись. А ну-ка, выпрямись. Я совсем не этого хотел. Да, ты наверное, когда я говорю, только слышно, да? Это пещера, где укрылась группа поселенцев. Фокс там, с ними. Подожди, с ним поговорить надо. Охренеть! Мэтс, это Джейс Скелл, глава Скелтек. Да знаю я, кто это. Сколько мы соседи? А ты нас заметил только, когда тебя прижало? Я был неправ. Я думал, вы хотите, чтобы вас не трогали. Рад познакомиться. Да. Фокс был прав. Это не Скелл прислал на остров Сентинел. Это Уокер.
Теперь они ищут Скелла. Он знает, как вырубить дроны. Считаешь, умно притащить его сюда? Мне отдать его волкам? Волки придут сюда за ним. Джейс! О, Хармони, ты как? Не ранена? Нет, мы так скучали. Ты останешься с нами? Хармони, я не знаю. Мэтс, ты разрешишь? Он должен остаться. Да, хорошо. Ладно. Пускай остается. Клево. Включим твой компьютер. Мэтс, спасибо. Я сделаю для вас все, что смогу. Обещаю. Вы все уже заставили своими чертовыми компьютерами. Кстати говоря, ее отец хотел тебе что-то показать. Так, что, погнали там с кем-то побазарить надо, по-моему, да? Ну да. Нам надо помочь заболевшим. Но так, чтобы самим не заразиться. Соблюдайте все гигиенические процедуры. Фокс, ты хотел мне что-то показать? Джейс! О, Фокс, это ты. Я так рад тебя видеть, так рад. Спасибо, что поверил ему. Отчасти, хотя у меня еще остались сомнения. Шульц сказал, ты что-то хотел. Да, это важно. Один коллега из компании прислал мне запись со своих смарт-очков. И заткнись! На помощь! И заткнись! Делайте что-то! По-хорошему вы не захотели. Не выходите на улицу. Нет! И выполняйте требования сотрудника по. Я нашел вам кандидата для страны чудес. Я оценю управленцев, которые не боятся замарать руки. А вы? Машину их! Живо! И не устраивайте концерт! Я не потерплю, чтобы мои гости ревели как целка на выпускном. Пошли! И не пяльтесь, Джесси. Я человек простой. Вы обещали сотрудничать, а я не люблю, когда люди не держат слова. Боже, это Трей Стоун, директор Sentinel, частной охранной фирмы. Вы его наняли? Не для этого. Майлз, наш госпосредник, это он нам предложил. Питер Майлз? Он из конторы, курирует операцию Гринстоун. Он послал нас сюда. Этот урод нас подставил, что ли? А, черт, ненавижу таких боссов. Ты таким никогда не был. Такие как вы связаны с Майлзом? Кто-то подорвал лабораторию на Маунганои. Теракт подтолкнул меня к разработке боевых дронов. Майлз выбил нам деньги. И мы создали охранную программу Омега. Потом пригласили Уокера военным советником. И когда ты захотел все свернуть, тебя скинули. Нужно эвакуировать гражданских с острова. И как-то вызвать подкрепление. Как раз этим вопросом я и занимался. Да, наш человек. В диспетчере дронов есть одна уязвимость. Я работаю над вирусом, который перехватит контроль над одним сектором. Этого хватит, чтобы корабль прошел. Да, но нужна помощь. Если мы сможем высадить войска, я помогу. Спасибо, Номад. Правда. Я разложу оборудование. Приходи, я скажу, что делать. Как же здорово! Вот раньше. Раньше был просто слюнтяй.
понимаешь, о чем я? И живот крутило, и мне страшно хотелось рыбных тако. Но теперь... Все отлично! Теперь мы им зададим! Это так круто! Старика, и, блядь, кудяйка поехала, блядь. Ладно, гений. Давай, излагай свой план. Я могу воспользоваться уязвимостью в диспетчере дронов и перехватить контроль над сектором охранного периметра. Но мне нужна помощь. Надо найти старшего инженера. Надо проследить, чтобы они не закрыли бэкдор. И еще надо раздобыть копию нашего нового ИИ. Задание так, что? Выполнено. Ходили, попиздели, и все готово, да? Дроны! Дроны! Так. Они хотят вооружить вирусом дроны! Так... мы какое выполняли? Враг моего врага, да? Так. Так, что у нас там дальше? Ща посмотрим. Морис Фокс. Нажимай. Угу. Так, это задание находится в западной части региона Инфинити. Ну, поехали, вертут. Садись, я сейчас отмечу. Ой, неужели день, да? Номад, стережешь наш покой, да? Точку Б ты поставил? Пока еще сейчас. Ты можешь старое что-нибудь. Так, это здание находится в западной части региона Инфинити. Инфинити. Это сюда. Западная часть. Поговорить с Фури в головном офисе Скиртек. Ну что, я поставил его прям на офис, метку. Где я не вижу? А, все, я вижу. Вещичка. Что-то там вертолеты стало какие-то блатные давать. Я? Ну да. Не специально с медика поменять на что-то другое, блин, стоит. Как
Там тепловизор не работает, да? С такого расстояния. Это что это было? Я не знаю, смотри, какое-то облако, блядь, сзади. А, это, наверное, мы там пролетали, короче. У меня палец кто-то спалили. Стреляют какими-то, блядь, патронами дикими. Это вообще какие-то это дымовые шашки газовые. Это, короче, мы понял, это мы пролетали. Блядь. Пролетали, там был робот, короче, понял? Ой, у нас теперь хреначит? А, вон, да, оттуда летят какие-то херасины. Ни хрена себе, над тобой треугольничек с ником появился. Под конец игры, блин. Зато, смотри, он дымовыми шашками сейчас туда кидает, короче, не знаю, передохнуть сюда. Ну, у меня палец кто-то. Ну, непонятно. Включи оптический камуфляж. Так, ты со снайпой? Да. Я что-то уже и не вижу никого. Ну, с одного вижу. Этот хуярец по нам робот, да? Да хер с ним. Где-то я еще слышу. Ух ты, блин. Он по мне попал, блядь. Кто? Херотой это, блин. Ядовитый тапкой, блядь. А, точно, блядь, у меня. Пипец. И еще раз попал, приколи. Дебил он, что ли? Ты встанешь? Не. Я еще в облаке, не? Не, сейчас пойду. Пипец, ну. Он мне прям болванкой прям в телепутку прилетело. Мутного выхватил, да? И пипец вообще. Включи как камуфляж оптический. Ярит. Пойдем вниз, наверное. Но у нас загасит сейчас здесь этот хер. Вчера он там по их базе хуярит. Вон там сдох, видал, чувак? А, или ты убил? Нет, я пока не убивал. Вон, что видал, херачит. Так, мне надо оружие поменять. Штурмовое.
блядь, палит, что ты? Снизу, подо мной прям. Закрыто здесь? Пропуск лежит на столе. Попадание! Ну что ты будешь делать? Спокойно! Работаем по цели! Не убиваю. Огонь на поражение! В атаку! Вся их там дрома херачит. Рассказывай все, что знаешь. Я все рассказал. Не убивайте, прошу. Так, пропуск надо взять. Наверху сундук, если что. А этот все там робот, слышь, этими ракетами херачит. Да, баганутая херня какая-то, блядь. Съебался. Кто-то свалил, а кто-то там подбитый лежит, походу. Фокс. О, блядь, а что он тут делает? Ты самый тупой умник на этом острове. Я тебе помогу. Держись, мы идем в Эдгин. Стой! Стой. Аяна, твой друг Хилл, он увел Аяну. Джосайя? Джосайя Хилл?
Та моя... убийца... знает куда. Брось, Фокс. Не сдавайся. Лады? Просто... подумай о Хармоне. Она для меня... чтобы она обо мне подумала, если бы я не помог подруге. Если бы ничего не сделал. Поднимайся, Фокс. Ты сможешь. Чтоб тебе, Фокс. Че он тут вообще делал, этот старикан? Он же, блядь, там в убежище был. Ну да, но он же пошел подругу, дочери какую-то там украли, что ли, типа того. Спасать пошел. Рэмбо, ебать. Дал бы нам бабок, нахуй, мы бы спасли его. Эта часть записки состоялась творение. Здесь говорится в уединенном диком краю на юго-востоке. Ты мне, конечно, какое-то задание проскочил. Не? Мы что, это что? Задание даже не делали в прошлый раз. Да, мы не делали. Вот здесь вот волки стоят, два джиггернаута. Сейчас я их попробую там гранатой. А где стоят? А, тут. Я не знаю, граната их возьмет? Ух, ёпты, подними меня. Джиггернаут, ты выходи быстрее, блядь. Я не успею, походу, да? Успею. Да, и сам есть. И ты сейчас слежит. Ну, одного завалил я. Там окно, оказывается, было, блин. Я не видел там окна. Он меня через окно спалил. Я туда хотел гранату закинуть, короче. Но джиггернаутов, я так понял, граната не берет. Я не знал. Честное слово. Так. Че, пойдем, попытка номер два? Теперь. Или уже как бы. Не, ну у нас же этот самый, мы записку эту взяли. Теперь будет отталкиваться. У нас теперь вертолета нету, да? Он в Эдгине, видишь? Он в Эдгине. О, смотри, вон снайпер ходит. Брык. Сбрил. Вон еще один. Я слышу, опять ты стреляешь, но я тебя не вижу. Да вот я рядом с тобой. Прямо. Ну, нету. Я не знаю, блядь, что это за хуйня. Это баганая игра. Ну, что есть, то есть. Как бы. Нам так. За вертолетом надо идти. Там вертолет, хер, да? Там вертолет внизу стоит. Мы сейчас себе путь прочистим. Давай я тебе путь прочищу, ты иди за вертушкой. Он летает, блин. Там три грузовика, вон поехало куда-то. Ну, три грузовика это похуй, ты вертолет главное возьми и меня заберешь.
А к тебе гости. Шли нахер. Ой. Сзади садись. Здесь? Да-да-да. Чё, мы в Бенкин летим? Вот точно. Только выше. Сел? Да, только выше взлетай, чтоб нас это самое, этот робот опять не спалил. Вон он, видишь, там внизу? Вот он, по-моему, херачит. Вот эта здоровая херня на реке стоит, которая... Ну там, рядом с башней. Бля, ебать ты приземлился. Лопасти оторвало. Че, припарковали не там, где положено. Ты готов к бою? Там наверху сетка, там бы на вертолете можно было приземляться. О, внутрь, да? Угу. Джейс. Ты нашел папу? Прости, детка. Замолчи. Хармони. Пока ты не скажешь, это не так. Пока он не скажет. Папа жив. Блин, иногда, короче, не разрешай ему, ты, Джейс. Подходит. Не надо. Иногда не прости, малышка. Мне очень жаль. Кат-сцены? Угу. А Аяна? Я знаю, где она, и могу спасти. Фокса я не спас. Тут ты меня, но не ее видишь, могу. Тут не запускается. У меня все офигенно. Я себя всегда вижу. У меня все всегда запускается. Прошу тебя, спаси Аяну. Больше никого нет. Так, задание выполнено. Окей, следующее задание.
Так, Джейс Келл мы выполнили. Фокс. Моррис выполнили. Так. Теперь давай Пола Мардер. Паула Мардер. Первое. Так, поговорить со Скеллом, блядь. Не, задолбал, он слишком разговорчивый что-то. Ну, перерезать глотку. О. Расскажи мне про этого инженера. Паула Мардера, эксперт по дронам. Она гений. Без нее мне программу не написать. Она на острове, но ушла из Келтек сразу по прибытию Сентинелла. Они ее ищут? Без понятия. Я могу только сказать, где она жила раньше. Хоть что-то. Ё, садись в вертушку. Mm-hmm. Да полетели. Что ты об этом взлетаю, сейчас посмотрю, что там занято. Начал комплекс метры в первой части Нью-Стерлинга. Нью-Стерлинг. Вторая часть. Жилой комплекс это перестали сильно там дыры-пыры вот сюда. И рабль 12 км. Есть разница, откуда играет человек, правильно? Потом, ну, сервера-то разные, тут, наверное. Нет, сервера. Один? Да. У Ubisoft сервера. Может, я ошибаюсь. Насколько я знаю, что на одном сервере играть.
статуи в круглых клумбах внизу. Это ферма. Далековато приводнился. Ты можешь взять вертушку, подлететь. Я просто, я со снайперки работаю. Будешь. Даша, разведка. Да, сейчас, да, я подойду на сколько, я не знаю, в метрах. На сколько подходить? Полкилометра достаточно, не? Так, двоих. Троих. Троих. А бы видишь? Да, я сейчас там третьего сниму. Блин, что-то все промазал, ты, да? Ну да, что-то, подожди. Блин, и дрон еще. Ты видишь дрона, не? На А? Нет, не вижу. Трава мешает цели. Так, одного убил я. Пипец, вот он палевный какой. Это кто херачит по тебе? Дрон фигачил. Я его не вижу. Он прилетел ко мне в упор, но я свалил. А, видишь, чувачка бегает с четырьмя точками, вот он дронами управляет. Чувачок с четырьмя точками, не вижу, это где? Блять, вот. Вот бегает внутри, видишь, я не могу понять. Летит вертушка. За спрячься. Они надо мной кружат. Лежу. Я тоже лежу. Блин, Димаса нету с гранатометом. Может, ты пульнешь вертушку, не? Не, он водилу. Не, он надо. Я только встану, называю. Это, сейчас он улетит. Ты можешь шмальнуть по нему, он шагнется. Я только его... Мне надо вставать, чтобы стрелять по нему. Заебал. А, все, да.
хотел. Так. Да ёб твою мать. Что я не могу попасть? Они все разбегаются, блин, прячутся под люки. Я поближе побегу. Не дорезу. Они все вовнутрь поныкались, придурки, представляешь? Угу. Там снайпер. Ну, чувак, о, не успел я его пометить. Вот, а, бежит. Наградники мешают. Ты чё, блядь, охуел, что? Вон они, смотри, заныкаешь, тут по двое сидят в каждой будке, блин. А, и не агресса, я думал, дроном вылечу, они не агресса на меня. Ох, ебать их тут. Это твоя оса, да? Нет. Стой, пускай дрон пиздит. Я расследую и валим, наверное, да? Так, ты где там? Я там что-то, короче, посмотрел и подумал, нахуй оно нужно, да? Теперь вот точка у тебя горит. Блин, меня кто-то палит. Да иди, походу. Баскет, дом модерн. Нет места в рюкзаке. Это что значит? Не, его нет вообще. Так, разговаривать в бою нельзя, ну, можно. Где они идут? Блин, погоди, где-то, блин, сбоку.
Какого? Как всего покалечили опять. Слева, справа как бы. Так, выходишь отсюда справа, откуда стреляли. Ты, а что ты не используешь оптический камуфляж? Привет, друг. А здесь тебя вообще в упор уже соседку Паулу Мадеру. Он как-то... Он 2 секунды работает и вырубается. Она это куда-то уехала. Стрелять вроде бы в Сентинели. Ты когда уже его нашли включаешь? Кто знает, где сейчас Паула? Допустим, ты его включил, тебе нужно она уходить. Она встречалась в парламенте с каким-то парнем. Да, Игора. Ты там его потом судя прокачаешь, по всему, чтобы с одним у него из время этих дольше было, он держался. Спасибо. Но в данный момент он у тебя им пользуется чисто так, вот когда у тебя уже палево, и когда ты не можешь реально зарубаться, то, короче, бери просто и включай его, и уходи на картонах. Так, пойдем к нашей вертушке. Ну, можно не к нашей, он там внизу стоит вертушка. Там внизу никого нету? Да вроде нет. Мы всех загасили. Да хуй его знает. Вот, смотри, палево у меня уже горит. Кто нас ищет? Сейчас по шарабану она получает, кто нас там ищет. Сейчас нас со снайперки, блин, шлёп-шлёп. Точка есть у тебя? Да нет, да, когда я сейчас посмотрю, да, кстати, трик. Я... Чё ты, взлетел ты? Я тут стрелял. Сел. Ты меня покинул такой. Ладно, Стас, давай, удачи, я тебя никогда не навидел. Так, давай, команды, куда мы там летим? Так. Мадера исчезла после встречи. Та-та-та-та. Объект находится в центре региона Либерти. В центре. Так, Либерти, Либерти. Подожди. Объект находится в центре большого города. Так. Зависнешь, я с парашютом сбегу. Ну, чтоб тебе жизнь малины не казалась бы отпускать. У меня за всю жизнь 102 прыжка. Мне надо шестом можно прыгнуть. Надо что? Или какой там еще есть? Д5. Наверное, Д5. Ты спрыгиваешь. Центр города. Ну, 2.2 когда будет, это будет центр города. А я не могу что ли с парашютом прыгнуть? Чего, можешь? Нет, еще. Как его раскрыть? Вертолет быстрее нас летит вниз. Опа, вертолет уже приземлился. Воюем с кем, не знаешь?
По-моему, да, тут есть враги. Не пугайтесь. Ты внизу уже? Угу. Надо кое-кого найти. Подкините. Допроси там кого. Да-да-да, вот, допрошу. Че теперь? Солдаты Сентинелла должны знать. Теперь нужно найти солдат этих. И допросить там будут солдаты, у которых восклицательный знак, короче. Бля, что-то тут высоко так. Ну, вижу. Одного. Я... Блин, а где он? Где-то снизу, хрен поймёшь где. Народ ходит, я тут с крышу ебал. Ты чего? Я не пойму, где этот один, да. Кого там уже валишь? Я... Это... Видимо, восклицательный знак, а как до него дойти, не знаю. Йоу, дрон. Где вот, кстати, не знаю. Ну, как-то на минус втором этаже, но как-то добраться вообще не по себе. Даже где? Где-то подо мной был, уже нету. Ну, ты дрона выкини. Вот, смотри, он где-то внутри. Джекернаут, вот идет, что ему видит. Вот его надо взять. Во, вижу. Пьем, куда, в лярку стрелять? Не, нет. Я сейчас джаггернаута сниму с этим вторым челиком, а ты к нему просто сзади подойди. И чё, я там Е нажать, да? Я так еще, кстати, не подходил нифига. Блять, где ты там? Меня спалили. Меня тоже. Снайпер. Вижу его. Бля, я забраться не могу из бассейна. Это что за дичь? Стреляй! Стреляй! Вот тебе! Ох, ёпте. Снайпер? Да нет, этот, которого я допросить хотел, блин. Рыбал мне. Да я в бассейн спрятался, и что-то какое-то беспонтовое место. Так. Он к тебе пошел? Меня интересуют подробности. Не убивайте! Это все, клянусь! Тебя поднять? А, ты уже встал. Так, добраться до изолятора. Так, смотри, аккуратней, блядь. Дрон там. Вертолет где-то есть? Блядь.
Наверное, в городе нет Иркутска. Идешь? Жека, у тебя микрофон, наверное, опять выключил. Да, да, иду. Вон тачка, говорю, 200 метров. Не помню, когда выключил микрофон. А на этой тачке я не могу управлять. Вот сюда иди, здесь машина есть, через мост перейдешь. Тесла какая-то стоит. Ну мы отсюда на тачке тогда и сваливали, по-моему. Так, что там, кто у нас есть? Его видно с птичьего холма. Куда тут мы ехали, ты не помнишь? Ты не помнишь? Его видно с птичьего холма. Сейчас найдем. Машина едет. Свернул. Так, Либерти у нас где заканчивается здесь? Бёрд как-то должен быть, да? Угу. Изолятор находится в западной части. Вот это что ли? Вот он, изолятор. Все, садимся, поехали? Да, поехали. Все, только я поставил. Да, она парит. Блять, ебаный в рот, бро, гладим. А я не могу вывести из меня загасить, я еще пробую оживиться. Отступите. Ебаная машина, ты видел, как она подлетела? Да пипец, вообще на камешек наехал. Чё за бред, блять? Ты ты завалишь их? Мне сначала надо подлечиться. К тебе иду, слышь, к тебе и обходит. Хорош. Второй за тачкой сидит. Вон бежит справа. Нет, пистолетом я не смогу. Сука. Не, ну это реально, блин, машина подлетела, такой бред. Чего, сейчас прокатимся с ветерком еще раз. Да вообще нам вертушка нужна. Да, ну мы уже здесь близко. Угу. Где мы тпшнулись? Так. 1-3 км. А, мы здесь рядом, да? Угу. Только машины нашей нету. Пизда. Ну, пешком по обочине. Автостопом. Голосовать, ну. Бля, я еще с этой винтовкой выбежал, короче, понял, с тачки. Низом пройдем здесь, наверное, дорога не сильно. Не-не-не, куда ты пошел?
У нас же... Подожди, я нихуя не понял. Изолятор. Точка Б, блядь. Правильно. Ну. А у меня еще точка А горит, короче. О. Да. Точка А, это твоя. Чал, уберу. Вон там тачка едет сюда навстречу, слышишь? Там труп уже. Я в кого-то попал. В труп. У этого чувака, кстати, видишь? Над ним горел этот. Мам! О, труп летает. Сука. Тебя не видно, труп такой летает в воздухе. Серьезно? Да. Шиза. Оп, а тут какие-то столбики же стрёмные. Слышь, ну столбиков боятся в лес ходить. А что за палево? А, я... Сзади, бля, я нахуй ты сел в эту тачку, ёбаный. Блять, нахуй тебе этот пикап, бро? Поставить его сюда и за ним спрятаться. Блять, кто тебя там херачит уже? Да кто, блять, там пизда нахуй? Ты же помнишь, машина ездит, понял? Да там не одна, блять, машина, ёбаная. Блядь. Ебать. Ну я тебе что и говорю, блядь. Нахуй ты этот пикап-трак взял, блядь. А при чем здесь машина-то? Они приехали, блядь, стреляли. Я от них сваливал, в тачку сел. Да блядь, ёбаный в рот. Дай похиляться, сука. Я тебя завалю, нахуй. Реанимируй там себе. А я не могу, у меня не откатилось. Я не знаю, она иногда работает, иногда нет. Да и время у меня ноль, как-то зависло все, по-моему, вообще. Шел нахуй. Блять, сука нахуй. У меня и бинта нету, короче, понял? Я и в горку подняться не могу, нахуй, соскальзываю. Я спустился. А? Сейчас я к тебе спущусь, из пару секунд. Вроде общая аптечка есть, я правда не знаю, она помогает от ранения? Нет? Так, ты где? Даша, ты где, бро? Я сдох, валяюсь, блядь, надо мной мой дрон, нахуй. Внизу там чел идет. А, нет, дрон его убил. Видишь, дрон летает надо мной. Угу. Вот, я под ним валяюсь. Я перемотаюсь, мотается 3 года, блин, пипец. Да в реале бы ты даже не перемотался бы. Так, а где? Я, у меня не догорается тебя поднять. Нету тебя тут. Вот, я ниже лежу, ниже. Еще и правильно идешь, левее. Вот, а, стоп! О, ничего. Ты не вылечил? Землю воткнул, блин. Пиздец, блядь, слышь это. Ну, блядь. Смотри, я сейчас аптечку кину. Блядь, да я вниз укатился нахуй. Сейчас попробую до аптечки так доковылять. Вот, взял. Силе здоровья, нахуй. Помогло оно? Да. Или ни хера? Помогло, помогло. Все, блядь. Блядь, это хуёвая идея, нам на дорогах находиться. Это вообще непрофессионально. У
кустам надо бегать, прятаться нахуй. В открытую, а джипы нахуй. Ну причем вон наверх к машине туда. Там есть кусты хоть. Тут, блядь, два джипа аж приехало нахуй. А куда ты идешь? Там же в изолятор. Ну, с другой стороны, здесь заходят, как отсюда видно. Я там двоих рубанул. Так. Да, на тачках больше нет никого, да, получается? Ну, пока нет. Джаггернаут идет. Попробую завалить. Блядь, как ты вылазишь, ну? Ой, блядь. А? Ты взяла с этого маленького учёса, спрыгнула с парашютом, как бы. Блядь, с помоста не прыгает. Не говори. Ну, так, я вовнутрь захожу. Так, я поменяю ствол. Что было? Это херня. Тут никого нет. Блять, слышу, пиздят нахуй, но не вижу. Похоже, Поула увезли в другое место. Может, Дайгера знает, куда ее могли забрать. А тут можно всем сразу камеры открыть, нахуй? Да ёб ты, куда я за стул зацепился? Мадеру держали здесь, но успели вывести. Увести. Куда, блядь? Кого-то надо захватить, допросить. Либо с этими пообщаться. С заключенными. Думал, что твоя жизнь. Не отвечай. Я хочу, чтобы все закончилось. О! Нас нашли! Оружие к бою! Сейчас за нас будут повстанцы драться. Ты знаешь Поулу Мадеру, инженера по дронам? О чем ты? Она делает дроны, как те, которые летают тут и убивают людей. Вот что, никого не слушай. Она бы не стала работать на Сентинел. Она одна из нас. Она изгой и посмелее многих. Зачем тогда она делала дроны? А ты вообще кто? Спокойно.
Я друг. Я с одного из сбитых вертолетов. Пойдем в убежище. Там поговорим. Помнишь этого китайца? Как тебя зовут? Смотри, тюрьма, блядь. Ну, ага. А тебя? Дайгер Итан. Как тебе занесло на самый технологичный остров на Земле, если ты не любишь технику? Это я не лудит. Это было. Я просто против трансгуманизма. Это когда ты больше, чем человек. Больше не человек. Блядь. У неандертальцев и современных людей общий предок. Но люди в итоге их истребили. Ну, поспособствовали их вымиранию. Пока что меня волнует, как бы меня не истребили другие люди. Ты можешь вертолет подобрать и на крышу нас забрать? Блять, кто это стрелял? Ну я не знаю, я может своего убил, хер его знает. Посмотри везде, нельзя их упустить. Сейчас я за вертолетом. Че, блять, китайца убил? Не, не китайца вроде. А может и китайец, не знаю. О, убил, короче. Не, ну китаец горит с этой. Зависни сбоку, блядь. Сбоку. Че, так просто сядете? Справа зависни, где? Да. Ниже? Выше? Конечно, ниже, блядь. Ты видишь, что, блядь, сходится? Так можете сесть, не? Да нет, блядь. Справа, видишь? Справа. И паркуйся ниже просто, блядь, сесть. Я этот сел чуть фейк. Я да. Не хипу просто. Да-да-да. Здесь у нас что вообще? 20. Так ты скажешь мне, где Паула Мадера? Она хороший человек. Ебать. Зачем она тебе? Я над ним завис. Мы хотим отключить сектор охранного периметра. Смотрю на него. Нужна ее помощь. Сверху, блядь. Ее имя упоминали в связи с запретной зоной 1. Может, она там? Теперь мы знаем, где она. Видимо, она и делает для Сентинела дрона-убийцы. Скоты!
Ты ведь вызволишь ее оттуда. Мне плевать, какой ценой. Спокойно. Я разберусь. Китаец дерзкий мне. Угу. Дай ему пулю в сраку. Задание выполнено. Так. Следующее задание у нас. Либо вторую часть давай на этом закончим. Сейчас уже 1:40. Играем. Так, ребята. Вторую часть мы закончили. Подписывайтесь. Ставьте лайк, если понравилось. Если не понравилось, пишите хуйня. Увидимся в третьей части и в остальных. Всего доброго. Давайте.